боев в тяжелой весовой категории. Это большие ребята. В синий угол октагона приглашается Хуснетдин Хакимов. Друзья, мы возвращаемся на турнир Octagon 18, и теперь настало время самых серьезных боев из мейн-эвента, и нет лучше повода начать данное событие, как не с тяжеловесов. Первым по Octagon выходит Хуснетдин Хакимов, ему 27 лет, его рост составляет 182 сантиметра, для него это профессиональный дебют. Хуснетдин представляет Узбекистан, команду Underdog Узбекистан, Узбекистан ММА. И является чемпионом Узбекистана по ММА среди любителей. Основное направление его базы – это кикбоксинг. Соперником его сегодня станет Исламбек Бахтабетоглу из Кыргызстана. На сегодняшнем турнире это уже третий представитель Узбекистана. И тут важно отметить братьев Фаруха и Парвиса Абдумавлимовых, которые содействуют большому росту ММА в Узбекистане, в братской стране, откуда выходит очень много на сегодняшний день талантливых бойцов. Красный угол октагона приглашается Исламбек Бахтабекоглу. И у Хуснетдина Хакимова есть сегодня шанс продемонстрировать свои лучшие навыки в дебюте. Однако противостоять ему будет опытный киргизский боец Исламбек Бахтабетоглу. Ему 24 года. Он выше своего соперника на 6 сантиметров. Его рост составляет 188 сантиметров. А профессиональный рекорд уже 4-1. Исламбек является чемпионом Кыргызской республики по ММА и боевому самбо. Основное вид спорта для него это ММА, то есть Исламбек является универсалом, и сегодня будет интересно посмотреть на его противостояние против чемпиона Узбекистана по ММА, против кикбоксера Хуснетдина Хакимова. Еще больше интригует то, что данное противостояние пройдет в рамках тяжелого веса. Ну а как мы знаем, в самой тяжелой королевской весовой категории все может решить лишь один удар. Представляем пару бойцов. В синем углу октагона боец из Узбекистана. На бои. Он представляет клуб Underdog Узбекистан. Узбекистан ММА. Рост бойца 182 сантиметра. Его вес 114 килограммов. Ему 27 лет. Его прозвище Танк. Он чемпион Узбекистана по ММА. Это его профессиональный дебют в октагоне. Итак, в синем углу октагона Хуснетдин Хакимов! В красном углу октагона его оппонент в этом бою. Боец из Кыргызстана, город Бишкек. Он представляет клуб GFC. Его рост 188 сантиметров. Его вес 116 килограммов, ему 24 года. Он чемпион Кыргызстана по ММА и боевому самбо. Его профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение. В красном углу октагона Исламбек Бахтабекоглу. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Регламент боя 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Все ясно? Покажите достойный, красивый бой. Пожали руки. Скесек. Ну а Дауренбек Джакаев
сейчас уже даст команду старт для Хуснутдина Хакимова и Исламбека Бахтубекова. И наш ринг-анонсер Мади Тумбаев дал жару уже в октагоне еще до бойцов. Сейчас дело осталось за малым. Ну, а мы напоминаем вам, друзья, что в Мейнкарде состоится 5 поединков с учетом данного поединка, данного боя. И сам номерной турнир «Октагон-18» возглавит поединок в промежуточном весе между Дузболом Елегеном и Дамиром Туленовым. Ну, а сейчас мы сосредоточимся на тяжеловесах. Отличный бросок. Серьезный сейчас провел Хуснутдин Хакимов. И бойцы из Узбекистана сегодня демонстрируют нам отличные навыки борьбы. Видно, что для многих из них это является базой. Что еще более устрашающее в Хуснутдине Хакимове, это то, что его прозвище «Танк», сейчас он его полностью оправдывает. Посмотри на Султана, он уже занял full mount после амплитудного броска. И есть у него сейчас возможность уже в профессиональном дебюте быстро финишировать соперника с рекордом 4-1. Арине, Узбекистан спортшысы, мында негізі кикбокстан, жартқа шыққан кикбокстан базовый, базалық спорт кикбокс болса да, күрес әдісімен өте қарсыласқа басым келе жатыр. Жаңа тегдаунды да жақсы жасады, және партада контроль. Енді қызық жекпе-жек, бүгінгі осы турнирдің не ауыр салмақтағы спортшылары, сондықтан бұлардың соққылары да ауыр, нокаут болу әбден мүмкін. Және міне күрес әдістерде енді әзірге алда өзбек спортшысы келе жатыр, қарсыласы қырғыз спортшысы. Шердогын қарасақ, әрине тәжірибелі спортшы, 4-1 кәсіби жекпе-жекте 5 жекпе-жек өткізіп 4-1 жеңіске жеткен. Бірақ енді әзірге бүкіл жекпе-жектің тізгіні өзбек спортшысында Хакимовта келе жатыр. Земен қазір соққы жаудырып жатыр. Қырғыз спортшысы осылай қазір міне қарсыласын ұстаймын деп өз астыда шаршап қалуы мүмкін, әбден мүмкін. Себебі өзбек спортшы үстіден өзінің салмағымен оған қарай басылып прессинг жасап жатыр ғой. Қазір міне күрес әдісі қырғыз спортшысы жақсы зақпа тұтады міне белден. Енді кімнің стойкадағы күресі мықты екенін осы кезде қазір көрсек болады міне. Қырғыз спортшысы міне иықпен өте жақсы міне қорғанып жатыр, сеткаға тақап міне иықтармен. Да, здорово, он пока развернул своего соперника. Возможно, Хуснутдин Хакимов немного подустал, нужно ему перевести дух после такого активного старта. Я узбек спортшысы шынымен де біраз тер шығып шаршап тұрған көрініп тұр. Ну, поднимать соперника больше 100 килограммов задача не из простых. Габариты ребят, конечно, очень серьезные. Бойцы из Кыргызстана сейчас показывают, что в данном поединке тяжеловесы могут не только бороться и клинчевать, а еще и атаковать в стойке. Причем делать это ногами. Обмен лоу-киками сейчас произошел. И действительно, кажется, что Хуснутдин... Может быть, что-то пошло не так во время борьбы, но выглядит он сильно подуставшим. Ауыр салмақтағы спортшылар былай енді аяқтың көтеріп соққы жасай бермейді. Яғни қырғыз спортшысы көрсетіп жатыр, айналып та теуіп жатыр. Но сейчас, возможно, он немного слишком поспешно решил пробить удар с разворота. Отдал боковой контроль Хакимову. И сейчас получает серьезный урон. Уринбек Джакаев предупреждает, что бить по затылку ни в коем случае нельзя. Узбек спортшысы міне өте ыңғайлы. Қазір міне қырғыз спортшысы барынша тұруға сетканың көмегімен тұрып жатыр міне. Да, работать еще 20 секунд, и несмотря на то, что кажется, что Хуснутдин Хакимов
пока уверенно забирает этот первый раунд. Такое ощущение, что кардио может стать серьезной проблемой, если бой затянется. 10 секунд. Слишком мало для такого удушения со стойки. Бойцы из Кыргызстана выглядят более свежим сейчас. Өзінің қарсыласынан 3 жасқа жасы кіші екен. Енді жасы тау болып тұр ғой. Мүлде шаршамағандай өзін көрсетіп жатыр. Енді екінші раундта көреміз. Әрине, бірінші раунд мен ойымша өзбек спортшысы басым түсі деп ойлаймын. Себебі өзбек спортшысы барынша белсенді болды. Да, Хуснудин Хакимов показал свои сильные стороны, нанес он серьезный урон сопернику в борьбе. Ну и сейчас опять же будет интересно взглянуть на кардио таких больших ребят в тяжелом весе. Все еще не покинули секунданты Хуснудина Хакимова. Казалось, что возникли какие-то проблемы с капой у бойца. Но сейчас он готов снова войти в октагон. Точнее, снова продолжить борьбу. Активно протирают синий угол, чтобы бойцы больше не подскальзывались там. Владимир Джакаев снова взял это дело под контроль. И с джеба начинает сейчас Исламбек. Точного. Возможно, удары ногами имеют большой смысл для киргизского бойца, что он ими может наносить мидл-кики, еще больше замедлить своего оппонента. Но пока затишье. Пока Исламбек держит дистанцию для того, чтобы не пропустить тейкдаун на встречу. Он уже с этим прекрасно сталкивался в первом раунде. Но сейчас вполне может расстреливать на дистанции. Что он и показывает. Наносит длинными ударами. Длинными руками. Да. Корпус сейчас пошатнул своего оппонента. Огрызается Хуснудин Хакимов. Отличная комбинация была в исполнении Бахтубека Уло. И ауыр соққылар қырғыз спортшысы Исламбектің шабуылдары. Здорово сейчас Исламбек расстреливает. Екінші раунд Исламбектің өте белсенді. Қолдарымен соққы жасап жатыр. Өзбек спортшысы шаршаған көрініп тұр. Отличный удар по корпусу. Корпусын өте оң қолмен сол қолмен қапасы түсіп қалды спортшыны. Сейчас очень близок к финишу киргизский боец. Выпала, по-моему, капа узбекского бойца. Но Дауримбек Джакаев не останавливает бой. Сейчас дал время для паузы. Узбек спортсмен, ты шаша, да? Ну и Хуснудину нужно что-то очень срочно придумывать. Исламбек уже не боится сближаться, не боится он тейкдаунов узбекского бойца. Точное попадание в челюсть. Холды. И это все. Холды. Что ж, опыт Исламбека Бахтубека Уло оказался решающим фактором в этом бою. Опыт и кардио. Хуснудин Хакимов здорово начал. И не очень понятно, как он выдохся буквально за 2 минуты первого раунда. Бірінші раунд өте қатты белсенді болған, бірақ өкінішке орай екінші раундқа мүлде функционалкасы жетпей қалды.
встреч на бою во втором раунде на второй минуте третьей секунды. Победу нокаутом одержал боец из красного угла октагона Исламбек Бахтыбекулов.